Здравствуйте всем! Сегодня хочу показать свои цветочки. Вот начнем с зала. Тут у меня вот филодендрон лазящий. Такой экземплярчик. Тут вот спатифилумы стоят. Спатифилум джимини цветет. Такой цветочек большой. Такой. Вот тут спатифилум зацветает свит лаурета сорт. Вот. Тоже такой огромный будет цветок. Это вот синдапсус серебристый. Такие красивые листочки бархатные. Серебристые. Такой красавчик. За ним вот прячется растение полисциас называется. Декоративно такое лиственное. Тут у меня заросли такие. Еще за ним еще прячется филодендрон. Ой, господи, как его? Клеродендрум филиппинский. Зацветает у меня. Вон там бутончики. Вон там. Если видно будет. Вот тут они бутончики. Набрал он. Тут спатифилум с большими листьями гигантскими. Ложковидный сорт. Такие листочки. Крупные. Он у меня немножко хлорозит. Я его лечу. Листья светлые стали. Тут еще один спатифилум. Домино сорт называется. Такие шершавенькие листочки с белыми вкраплениями. Тут вот хойка. Хоя карноза. Там еще одна хоя есть. Пестролистными листьями вон там внутри. Вон там. Угу. Вот тут в стаканчиках еще две хойки маленькие. Росточки. Хойки компакты. Растут у меня. Так. Дальше пойдем на стойку. У меня папоротник. Хлорофитумы кучерявые. Вот тут хороший, красивый, большой такой есть. Очень нравится он мне. Красавчик с детками. Вот тут спатифилум у Олиса зацветает. Скоро цветочек будет, вот беленький выходит. Вот он. Вот тут спатифилум большой, самый сорт гигантский. Сенсация называется сорт. Вот такие листья огромные. Это еще не такой большой, вот еще больше лист. Вот этот лист самый огромный. Так, дальше. Тут вот папоротник микросорум. Такие интересные листочки у него. Тут филодендрон лимон. Желтые листочки. Большие, крупные такие листья. Тут пальма юка. Тут вот еще один спатифилум. Сорт пока не знаю. Тут синдапсус небольшой. Тут замио кулькас. Вот. Убежал. Вот тут фикус бенджамин за ним прячется. Сорт называется Golden Monic. Такие листочки кудрявенькие, салатовые. Красивые, такие волнистые, с волной листья. Так, дальше пойдем на балкон. А бутилончик зацветает красный. Вот бутончики. Глоксиния у меня тут с бутонами. Вот одна глоксиния, вот вторая. Кактус.
Вот тут молоча Эмили крупноцветковый зацветает у меня. Первое цветение будет. Вон там уже один цветочек есть. Вон там аккуратно. Белый. Там гераньки. Тоже стоят цветоносами уже. Вот герань, у меня штамбовое дерево есть из герани. А бутилоны? Бутилон, вот. Фикус барок. Такие кудрявые листочки. Кариса. Такое растение. Она у меня цвела уже в прошлом году. Жду еще цветения. Тут гордыни вот. Такой небольшой в другой стороне. У меня есть тамаринт. Такой небольшой кустик. Вот фикус Бенджамина, сорт Кинки. Жасмин Гранд Дюк, сорт называется. Таборна Монтана, малюсенький череночек. Еле-еле приживается. Так, это Царопегия Сандерсона. Камелия. Дальше у меня орхидейки стоят. Иксора желтая. Вот растение в углу стоит. Так, вот на этой стороне у меня в основном фуксии. Я жду цветения, пока не цвели. А вот тут фуксия у меня уже цветет одна, красиво. Сорт называется Наташа Синтон. Этот бутон уже завивает, завянет скоро. Вот эти новые растения. Внизу, вот пониже полочка, здесь декабристы и хойка, хои мультифлора. Вот она. Вот тут у меня лимон есть. Мне надо его срочно пересадить. Вот он такой большой, колючий стоит, мешается на весь балкон. Распластался. Вон там у меня фация. Всем пока!